Привет, кенты и кентята. Сегодня мы продолжаем рассказывать вам о взрослой жизни, о трудной взрослой жизни. Суть в чем? Где-то там в стене, короче, стояк и канализация. И где-то это все дело протекает ниже. То есть, возможно, там, возможно, это долбит, где холодная горячая вода попадает на канализационную трубу, и это все дело благополучно стекает. Но у меня-то все сухо как бы, а вот внизу на втором этаже с потолка течет. И только вскрытие покажет, в чем, так сказать, дело. Суть не в этом. Пришлось разобрать чудные ПВХ-панели. Также сказали, что полипропиленовые трубы. Все это дело разберут. То есть, грубо говоря, здесь водички. Да почему здесь? Блядь, и на кухне тоже водички у меня не будет. Ни постираться, ни помыться. Ни грязную тарелочку помыть. А хули? Увы. И жить мне, походу, придется на улице. Ну, или на край в машине. Это печально. Так вот, в чем заключается, блядь, суть, ребята? Ты втираешь мне какую-то дичь. Я хату такую уже купил. То есть это не мои наработки. Это все было до меня. Все уже украдено до нас. Так делать как бы не совсем правильно, потому что вот это вот все не согласовано ни с ЖЭКом, ни с кем. Не понял. И вот когда возникает такой случай, то приходится все это благополучно демонтировать, а потом монтировать обратно. Это бабки, ребята. Это немалые бабки. Бабки, бабки, сука, бабки! Сука! В общем, пожелайте мне удачи на ближайшие недели-две. Удачи тебе, Вовка. Главное выжить. Нихуя не понял. Ну, очень интересно.